Супер Бир Фест. Каждый раз приезжаем, отмечаем. Все, начинается гудёж. Привет, друзья! Мы находимся в Киеве в торговом центре «Лавина Молл» на крафтовом фестивале пива «Winter Craft Fest». Собралось, по-моему, 23 пивоварни. Предоставляет свою продукцию. Сейчас, наверное, будем пробовать, что же здесь есть, что предоставили. Сначала надо купить фишечки. Фишечки у нас здесь. Пойдем. Одна 100 миллилитров. Ага. Давайте на 150. Фишек будем серьезно дегустировать. Все. Фишечки у нас. Все, сейчас возьмем наш бокальчик. На входе каждому подарили бокальчик специальный. Сейчас возьмем и пойдем нарезать круги. Наш друг Алексей. Привет. Всем привет. Будет помогать мне по этому сложному делу, нелегкому, забег. В таких делах, да, я всегда готов помочь. Так что... Ну что, пробовать. Побежали? Как, по часовой или против часовой? Сначала по часовой, потом против, потом... Ну, как-то еще так, раз... короче, понеслась. Давайте, наверное, пшеничку попробуем. Давайте. Это пшеничка, вот это ОПС, да? ОПС. Алкоголь 5%, горечь 14%, начальная плотность 13,5%. Да, спасибо. Пахнет пшеничкой, как ни странно. Было бы странно, если бы пахло. Да. Нормальная такая пшеничка. Легенькая. Оператор у нас Игорек слюни глотает. Я подолжаю. Кто за рулем? Главный вопрос. Только кориандр, да? Нет, тут кориандр, гвоздика и апельсин. Апельсин-то понятно. Чувствуется гвоздика. Да, чисто гвоздичный такой. Еще гибридная, потому что такого в Украине больше нет. Больше никто не варит. Варила когда цыпа ПРВ. Гибридная ПРВ это еще раз, что вы говорите? Как, это, из чего его делают? Смотрите, значит, оно варится как эль. Ага. Оранжевается лагерными дрожжами при высоких температурах. Специальный штамм лагерных дрожжей. Но если у нас специальные дрожжи. О! Полоскательная штука. Удобная штучка. Вон. Здрасте. Я вас замучил своим миром. Очень приятно. Юра. Витя. А, я, походу, знаю всех, как зовут. Ароматная, даже медом отдает. Меда не клали? Да. Это хмель. Хмель. А что за хмель? Хмель и соло. Там соло карамель. Ну, а хмель какой? Мандарина. Мандарина? Ну, для аромата использовал мандарину. Мандарина Бавария. Ну, что скажешь? Аромат. Хороший такой аромат. Хороший. Интересно было, что такое мандарина Бавария, да? Я поступил уже в пиво с таким хмелем на сухом, но очень мне понравилось. Интересный запах. Очень интересный запах. Нам нравится. Все. Погнали дальше. Крафт-гараж пока пропустим. Там какое-то скандинавское пиво, очень дорогое. Все фишки требуют отдать. Поэтому пока пропустим. Там уже когда, может, зайдем. Так, назово. Здрасте. Здрасте. Что будем у вас пробовать? Все. Red Irish Ale. Предлагаем. American Amber.
Все горькое, да? Абсолютно. Да? Умеренно. Давайте пробовать. Американ. Фактически не могу. Да. Сначала амбер попробуем. Ну не горький. Нет, мы же говорили, без перегиба. Да. Горчинки и в то же время. Видно, что эль сразу очень ароматный отдает. Кстати, мне сразу как пшенички такой дрожжевой запах, показался, да. В конце это дрожжи отдает. Мне, допустим, мне нравится, когда присутствует в пиве запах немножечко дрожжей. Нет, это хорошо. Это я не говорю. Не дохлых дрожжей. Вот когда дохлыми дрожжами, то плохо, да. Очень ничего. Да. Я бы 0,5 взял бы. Можно с чипсами похрустеть. Ну, пошли мыть бокалы. Второй сорт попробуем, да? Да, попробуем. Второй сорт обязательно. Теперь пробуем Red Irish Ale. Почти как рип, да? Хотел сказать. Ничего такой, янтарный, да. Коньячный цвет, да. Держи, оператор. Фонарик. Ничего такой, янтарный, да. Коньячный. Коньячный цвет, да. Держи, оператор. Ага, спасибо. Да, я тоже так считаю. Пробуем. Ну, карамельный более запах. Побогаче. Какой солод использовали? Red X, да? Ну, нет, фруктовый есть, как вот дыня, маракуйя, что-то такое. Первое более ароматное. Первое? Да. По вкусу вот этот как-то больше отмечает с точки зрения. Нет, этот более насыщенный, ну, как такой. Насыщенности по богатству, по вот такой вот. Более насыщенный. Выставил. Сколько стоит? Уже 2 месяца. Хорошая. Да? Как карбонизация больше, что ли? Как щиплет, да? Да, я вот тоже люблю карбонизацию более хорошую. Я полон сил и готов двигаться дальше. Погнали. На пути у нас встала цыпа. Будем ее душить. Здравствуйте. Хотим цыпу попробовать. Какая есть? Есть пломбир, есть цыпа черная. Пломбир это милкшейк IPA. Черная. Пломбир это что? Милкшейк IPA. Милкшейк. Страшно звучит, конечно. Это ипа охмеленная, но с добавлением лактозы, чтобы было не... Не горькая. Можно нам? Это будет не горькая. Не горькая? Сладковатая. А копченая нету? Копченая, к сожалению. Это вам. И это вам. Будем пробовать. Да, все вам. То же самое, да, мы все одинаково пробуем. Вот это, друзья, это не пиво, это пломбир. Хмель, а? Прямо говерлой пахнет. Ну попробуем. Что скажете? Не горько, да. Сладость есть, чувствуется, да? Очень не бармены мои, не ожидал. Сейчас как шарахнет. Да, я думал, что сейчас горечь такая, глаз будет дергаться. Спасибо, не надо. Понял. Да, но пахнет хорошо. Женское пиво, наверное, да? Такой. А что за хмель? Вкус приятный, такой сладковатый. Горечь неявная, такая быстро пропадает.
Запах очень классный, цветы, хвоя, такой, и какие-то, какая-то манго, что ли, ну что-то такое очень, очень необычное, очень. Так какой хмель? Чинук, цитра. А, цитра. Чинук. Нет, нет. Мы пока по светлому пути пойдем. Мы джедаи. Темная сила может нас захватить. Да, да, да. Ну, спасибо. Попробовали. Пойдем дальше. Хорошо. Погнали, погнали, не засматривайся. Мы должны красиво все завершить. Да. Все, мыть бокалы. Да, я уже а хорош. Где бокал? Игорь на работе. Здрасте. Хотелось бы оценить красоту. Golden Ale. Я рекомендую. Хоть я не любитель сладкого пива, но для тебе, для общего развития, это очень важно. Пробуем Golden Ale от FDB. А, пивом пахнет? Бывает. Да, получается. Сладостью аж пахнет, да? Да, да, да. Очень, очень хорошо пахнет. А, хорошо. И пахнет здесь хорошо. Начальная плотность 20 где-то, да? Даже есть желание попробовать. Ведь начальная плотность 20. Начальная 20? Это очень плотно. Очень плотно. Ребята, блин, мне еще, я только начал. Берите сучки. Да, 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 да. А другие обидятся. Там не тяни руки, подожди. Нектар, да? Да, такой плотный, тягучий. Сладкий, да, обволакивает все, душистый. Хорошо. Ребята, зачет. Ну, блин. Я же говорил, надо было. Ну, блин, мы еще сколько? Три только пивоварни прошли. Уже картинка поменялась, да? А уже да, так. А тут еще 20% начальная плотность. Ну нельзя же так убивать кувалдой. Прямо люди пришли, а вы глушите. А это что? Американский Эль. American Эль? American Ale, да. Ладно, на, попробуй. Ух ты! Да, там ароматика сумасшедшая. Ароматика, да. Я бы это достал. Грейпфрут после вкуса. Тут уже есть елочка, да? Ну тут елка, тропические фрукты. Ну да, цитрус какой-то. Сухое. Не, ну ребят, я пить такое не буду, я буду нюхать. Пахнет хорошо. Ребята, ну что вы творите? Ну и что делать? Это очень ароматно. Нас его ценят именно за то, что его можно спокойно. Мне, кстати, из всех.
вот это горько. Маринкило продавался. Вот это горько. Джой Ред и Пау. Я не любитель этих американцев, но очень круто. На, пробуй. У нас вообще такие новиночки есть интересные. Любитель больше европейских сортов, классических, но вот то пиво очень. Кофе. Экспериментальный с натуральным кофе. Именно натуральным. Кофе. Кофе. Обзвонить для того, чтобы удивить и дать каждому. Вот это классно. Море пиво хорошо. Ну, не такой горький, как я ожидал. Палочка из, очень мягенькая. Мягенько пьется. Так. Ничего. Прикольно. Все-таки завлекаете, да, на темную сторону? Стараемся. Ожидаем. Не-не-не, у нас печеньки. А вот потом горечь пошла. Ага. Сначала вроде ничего, мягенько, не, мягенько, а потом бах, и горечь такая кофейная. Все, пошли дальше, пока еще на ногах. У меня фишки кончаются, сейчас наберем. Здрасте. Все на зеро, да. Мыть бокалы. За мной, моя славная гвардия. С каждой пивоварни, да, рейтинг растет. Мы подошли к правде. Так, правда занята. Правды не добьешься. Пошли в Кумпель. Здрасте. Ассаламу алейкум. А что есть интересного? Мы маємо пасичний лагерь, маємо золотий ель і пшеничний пасичний. А давайте попробуем ваш Golden Ale. Так? Так. Да, золотистый. Так и Golden. Хорошее. Хорошее пивко. Ну, там, конечно, 20% оно просто густое. И сладкое. Очень сладкое. Сладкое. Но жене понравилось. Если бы в это пиво добавить аромата, вот того, это было бы. Да. Не, ну, очень хорошо. Тоже неплохой аромат. Ну, мне так я слабо чувствую. Дрожжики тоже. Дрожжики, да. Ну, явно живое пиво. Что ж. Ну, хорошее. Это не тот Кумпель, который ты дегустировал. Видишь? Вообще не тот. А как так получается? Вот так, на фестиваль. Да. Крутое пиво. Не, очень хорошо. Разбили. Та-дам! Уже гуляют люди. Спасибо. Спасибо. Очень-очень вкусно. Допиваем, моем и узнаем, где закопана правда. Да, что есть правда? Мы сейчас узнаем. А вот доброго и мы. Дня вам. Доброго дня. Будем пробовать. То прекрасно. Бачу, келихи пусті, треба коштувати. Да. У нас на крані зараз є дві бланш. 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 Фрау Рібентроп. Як бланш. Сказав Корі, то найкраща фрау, яка у нього була. Так само. Да. Ну, заценим ту фрау, посмотрим. А у меня, что-то з дикцією починає, блін. Плітик заязикається, так? Да? Так. До фрау підходить, так, только начали, а уже как бы до конца дойти, а? Прошу вас. Ага, спасибо. Ну, хорошо пшеничкой пахнет. А что фрау за духи использует? Там идет кориандр, и после смаку, после хвостка уже чувствуете терпкость от цитрусов.
хмель какой? Хмель, чем появляется каскад, когда было печенье, это мочеценный лава. Ага. Я краще вам пропустил головцев зараз за спину, но тоже был. Ипа, она горькая, да? Да, была идея. О, это вообще. Вчерашний хит всего фестиваля. 90 IBU. Дякую, но меня ипа убивает, а дабл это, да, двойной мне выстрел. А вона б'є его с красивого. Не надо. Не можно не скуштувати. Тим більше, коли в нього дебютки спеціально на фестивалі. Разве що 30 грам можна попробувати. Не, пахне хорошо. Да. Коріандр чувствується. Все бланши – це варіація на тему. Так, право йде каскад і чинок. Ну, горькая. Тут горечь, наверное, под 15, да, наверное, да. И где-то так. 13. Заявлено на 13, але тут буде трішки більше. Давайте швидше постачить келих, мені треба дати вам попробувати пасиголовці. Просто на. Ні. Як ви можете пропустити просто хід цього фестивалю? Пісіголовці. Я пам'ятаю. Ви підійшли до нас. Так, не торопіть мене. Я вам просто говорю, дайте мені, будь ласка. Ні, я до середини не дойду. Я до середини не дойду точно. У нас время есть. Время? Так, а у меня здоровье сколько? А где туалет здесь? Туалет где? Только там, да? Налево, а я был направо и налево. Может, и там. Через... Только с навигатором, короче, а да? Далеко, короче, далеко. Ага. Ну, ребят, перерыв. Чуть-чуть, переход. Чуть-чуть. Да, да. Одну третью мы прошли, но сил явно не хватает. Надо немножко тайм. Аут взять. Дистанция тяжело дается пока. Да. Вот этот Golden L с FDB нас, конечно, блин, поддыхло дал немножечко. Сбил нам дыхание. А то бы, я думаю, проскочили даже до половины, но погасни. Да. О, место освободилось. Извините, мы стояли. Глянь, какой бак классный, да? Чтобы можно было попасть. Великими буквами на дошке. Чуть-чуть. Ага. Блин, не дойдем же даже до этого гриля. Ну, пахнет, да. Вот как в том ролике, когда... Ферментор засыпают хмель, да, что хмель вот так вот вылазит. Ну, примерно так же. По IBU, да, это очень условно, потому что там считается именно альфа-кислота. Там еще есть бета-кислота, есть еще горечь от оболочек солода. Там, ну, очень много разных горечей есть, которые не учитываются. Понятно. И для того, чтобы альфа-кислота стала горечью, еще должно куча процессов произойти. Да, она изомеризоваться должна. Да. Трамп і Трюдо. Трамп, то ви самі знаєте, хто Трюдо, то наймолодший прем'єр-міністр Канади. Ну і з ними коліжаночки такі. Так, коліжаночки то до них куди. Коліжанки. Трамп у нас то йде мексиканський перський лагер з лаймом, а Трюдо то магнум IP. А що за порнографія? Там соски крутять. Хто сказав порнографію? Крутий ти. Ви знаєте, досвідчений електрик навіть жену свою за обидва зразу не бере, тільки по одному. Там от показано, як правильно треба. Це ж візінь. І ще прямо до неї у нас є бутінкова. Грибучая корова. Да, треба почитати. Да, мы уже знаем грибучую корову. Ее мы знаем. Да, грибучая корова. Горькая зараза. Ну, вона ну, давай, має. Я помогу. В Харкові є, правда? Правда, дві в Україні. В Києві і у Львові. Ну, от ви видите, що ж. Доброго дня вам ще раз. З повернення. Підходьте до нас. Віддай. З повернення? Так. Да. Навіть, я не знаю, назвати. Звук, такий перерив. Да. Перерив. Ну, ми узнали, що правди в Україні нет. Тільки в двох містах. В Києві і во Львові. Чтобы
познать правду, приезжайте в Киев или во Львов. Да. Ну или врите постоянно. Goldfish. Это Харьковская, что ли, Goldfish? Это знакомая. Ага. Россия возьмет. Ну-ка пойдем посмотрим харьковских. Рыбы. Да, да. За кафешку. Засушим золотую рыбку. Да тоже занято. Так, Чумаков. Пойдем к Чумакову. Хотим попробовать вашего пива. Что наливать? А что есть? Что это? Milk Stout и Golden Ale. Golden Ale, да. И есть наша классика. Это Pilsner Yakovnye. Жигули. Жигули. Это венский лагер. Это классик. Это вообще классик. Жигули с отварками? Нет. Ну, вот венский лагерь, понятно. Ну давайте, Golden Ale, наверное. Начнем с Golden Ale. Вообще, вот то же самое. Мы все по одинаковому пути джедая идем. Понятно. Жигули без отварок пробовать не будем. Будем пробовать Golden Ale. А, кстати, вот. Спасибо. Так, Жигули. Ну что, уговорили нас попробовать Жигули. Нюхаем? Ячмень. Он, короче, рекламирует всем все. Это да. Тот случай, когда вкус лучше, чем запах. Нет, запах меня не впечатлил. Нету именно жигулевского запаха. Не, пробивается чуть-чуть. Не заложенный ячмень. Чуть-чуть не заложенки, да. Вообще не хватает. Не, ну это не Жигули. Не Жигули. Пиво хорошее. Не, пиво хорошее. Пиво хорошее. Венский лагерь. Да, может венский лагерь, но это не жигулевское. Цветочками пахнет. Сладость есть из всех Golden Ale, да? Если бы... Ага. Кумпелевский Golden Ale вкус соединить с ароматом вот таким, то был бы классный. Сладость тоже, да, такая? Да. Тоже плотность под 20 лет. А какая плотность здесь начальная? 18? Ну, нормально. А, очень приятно. Очень приятно. А хмель какие использовали? Здесь в основном сапфир. Сапфир? Хорошо пахнет. Ну, без сухого, просто, да, на варку. Не, пиво хорошее, очень хорошее, пахнет замечательно. Сейчас попробуем пилснер. Всегда было везде, бокальчик. Я тоже хочу пить. Понюхай запах. Что это за хмель? Это жатецкий, что ли? Это похож на жатецкий. Жатецкий? Жатецкий? Вот он очень свежий. По-другому пахнет, нежели в баночке, если покупаешь. Я уже горечь не ощущаю нигде. После столько сортов пива. Ну как? На вкус, конечно, хороший. Если бы еще горечь ощущать, потому что уже сколько сортов попробовали, горечь не ощущается уже нигде. Не, пилснер хорош. Хороший. Хорош, хорош, хороший. Спасибо. Свеженький хмель, очень хорошо, замечательный. Да, мне нравится. Пилснер зачетный, Golden Ale зачетный. На уровне. Да. Просто Витя специалист по Жигулевскому. Посрет кого угодно. Не, ну блин. Если убрать Жигули, а оставить венский лагерь. Не, для лагеря. Нет, отличное пиво. Лагерь отличный, да, венский, да. Да. Нет. Просто
именно специфические вот такие вот советские «Жигулевская», ну, которая, да, это, ну, не то. Это, да, читал со всеми делами, но, будем говорить, венский лагерь его и преподносит как «Жигулевская». Ну, он начинался как венский, конечно, а потом просто уже сделали... Нет, хороший, отлично. Да, 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 да. Мне хорошо. Очень понравилось. Да, я отлично. Понимаю. Отличная пивоварня. Ребята молодцы, так спасибо. Ребят, мы до конца не дойдем. Не дойдем. Да, и так уже нормально зарядились. Мы вон две пивоварни пропустили, сейчас пойдем. Голдфиш и Космополит, да? Да. Спасибо вам большое. Никого нет. Поэтому Космополит у нас опять пролетает. Идем. Идем дальше. Golden Fish опять занят. Не страшно. Не страшно. Благодарю. Давай меня сними. С удовольствием. Я отхожу в сторону. Давай. Что нужно рассказать? Мне тут не нравится. Не нравится? Нет. Чего? Ну, слабый фестиваль. Какая вот себе организация, непонятно, где это все находится. Лавина, мол, как сюда добираться? Я, например, со своих поздняков добирался сюда 1.5 часа на машине. А мы с Харькова, знаете сколько? Вот. Вот. Что делать? Нет, для вас в Харьков вы можете по гаражу этот мотнуть туда-сюда. Ну да, недалеко, с поздняков дальше. А как же будут посетители? Ну, единственное, мне нравится, это работа компании Magnum Beer. Объектив налево, вот туда. Ну, там стенд. Это ребята, которые организовали вообще возможность розлива пива на этом фестивале. Все эти пьедесталы делали они за ночь. За одну ночь. Молодцы. Придумали и сделали. Молодцы. То есть у ребят... Подойдем, да, подойдем к Магнумбиру. Это вот они, это молодцы. Заценим. Заценим. Что еще? Все, ну, как бы спасибо. Нет, давайте что-нибудь еще. Да. Ну так, а нам пробовать могу дальше? Про политическую ситуацию? Нет, 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 нет. Все, все, до свидания. Здравствуйте. А мы к вам, наконец-то. Да, ну, тут очень тяжелая дистанция. Мы пока дошли до вас. Не знаю, как до следующих. Так, мистер Остерс Брюинг Экспресс, да? Ага, понял. А вы откуда? Киев. Киев? Да что ж все с Киева, блин, вся пивоварня в Киеве. Да, это мы уже проверили, хорошее пиво. Что у вас? Есть Амбер Эль, есть Краун, я все не стал. Давайте Амбер. Ой, пенка какая, смотри. Мелкозернистая. Ага, вообще пенка. Цикава такая. Как в Гиннесе, да? Пенка зачетная. А какая начальная плотность здесь? 12,5. 12,5? А что-то он плотно так... Плотный запах. Высоко охмеление немецкими тетрами. Чем-чем? Высоко охмеление метилькрёп немецкими. Ага. Ага. Ну, плотный такой запах. И пена мощная. Приятно. Ну да. Конечно, не наш вариант. Любители. Ну, с горечью я такой, конечно, не... Да, я не сильно по горечи выступаю. Слушай, у меня рецепторы, наверное, сломались. Я вообще горечью... Вообще? Вообще. Чумаков спасает нашего оператора. А то бедный, без пива, да.
каждым бокалом лексикон все меньше и меньше. Мы дойдем туда, кто будем. А ты... да. Спасибо. Спасибо большое. Все, моемся, идем дальше. Вот, пшеничная. Там у нас есть крафт. Есть лайт лагерь. Давайте Витбир и бланш. Наверное, одно того, и... А мы... Да, а то... Поменяемся. Потом не... Я предлагаю здесь что-то подточить. Подточить? Да. Можем подточить. О, пшеничка. Кориандром пахнет. А, хорошо. Вот пшеничка, хорошо. А вы откуда, ребят? Васильков. Ну, я понял. Вы переехали. Ну да, с Луганска. С Луганска? Понятно. Что здесь? Какие ингредиенты? Ну, там идут цитрусовые нотки, ну, понятно. Нотки я чувствую. Чего заложили-то туда? Точно я вам так не могу сказать. А, вот что-то секреты фирмы. Не, пахнет хорошо. Кориандром пахнет хорошо, цитрусом пахнет. Да, шампунька. Да, пшеничка, хорошая пшеничка. Чисто, здесь нету специй, я так понимаю. Нет, специй нету, и там идет апельсиновая корочка, куда добавляется. Ну, такой вариант больше нравится, чем когда брет специями. Ну да. Очень хорошая пшеничка, мне не понравилась, но, блин, опять отдохнуть надо. Все хорошо. Да, чем дальше заходим, тем лучше и лучше пиво становится. Здравствуйте. Здравствуйте. Желаете пиво? Желаем какое-то пиво. У нас представлено два вида светлого и два вида темного. Два вида светлого, два темного. Golden Ale Imagine. А вид? Вильбер, пшеничная. Вижу пшеничная. Golden Ale. Давайте пшеничная начнем пробовать. Golden Ale будем пробовать? Или Amber? Давай, ты Golden, я вид, потому что надо как-то распределять, потому что мы не доживем до конца этого мероприятия. Цитруса и кориандра. При варке добавляем центр апельсина, кориандра. Это какое? Golden Ale. Golden. А пшеничная? Пшеничная будет по структуре вяленого банана. Вяленого банана? Три Golden Ale и три одинаково пахнут. Да? Уже начинаешь понимать, что это Golden Ale. Ага. Да? Да. Да. А какой хмель Golden Ale? Я честно не скажу, пивовар надо спросить. Его особо и нет. А где пивовар? Отошел, вот сейчас подойдет. Ну, как всегда, блин. А вот это мое пиво по запаху. Ну, сейчас. Ну, вот я обожаю этот запах. Вот этот запах обожаю. Да, сладковатый, хмелевая горечь немножечко, цветочный запах, Golden Ale в чистом виде. На, попробуй, оператор. Вот. Оно? Вот такое хочу. Что, остаемся, по литрушке возьмем здесь? Можно и по две. А вот эти вот три четверти остальных. Пшеничка хорошенькая. Ну и Golden тоже. И Golden, да. На уровне всех. Не, очень качественная. Не, хорошее пиво, ребята. Да. Да, даже так. Пивовару привет. Благодарочка. Пошли дальше. Стаканы мыть. Поможем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слышал, вы пшеничные хотите? Да. А классического вида? Классическая есть бутылки.
Пилснер? Да, давай возьмем один Пилснер, а один Вайцен. Вайцен, да, давай. Да, да, Пилснер, туда Вайцен. Давайте, Пилснер. А мы да. потом поменяемся. Мы, да. мы не можем просто все попробовать, да. мы делимся. Короче, от Соломенской броварни пробуем Пилснер и Вайценбок. Да, Вайценбок очень плотное пшеничное пиво. 18% начальная плотность, 6,8 алкоголя. Спасибо. Пшеничка. Ну да. Банан. Банан очень ярко выраженный. Да, да, да. Единственный банан там только и есть, по-моему. Сушеный банан, он там и есть, да. Пилснер, такое ощущение, что это не то, что вы у себя в заведении льете. Такое ощущение, что какое-то другое пиво, честно. Я буквально на прошлой неделе пил пилснер на Соломенской площади. Ну, вообще не такое пиво было. Это значит, нет, это хорошее, но оно больше приближенное к немецкому лагерю. Такому. Однозначно да? будет разница, потому что попробуй. Здесь оно через кегу идет под углекислотой. А на Соломенской площади пиво не подается под углекислотой. Не так ярко выражен жатецкий хмель. Больше цветочного какого-то идет. А тут какой хмель идет? Не подсказывайте, да? Вот это прикольно, да. Но оно сладкое тоже. И да, но плотное. Четкий вот банан. Это то, что надо. Обалденное. Вот это пиво можно даже с куском торта кушать. Да. Классный. Вайценбок. Попробуй. Тянет руки оператор. Банан, вообще, банан ярко. А вот пилснер, он в заведении не такой. Отдай. Он лучше или наоборот? Нет, и то нормальное, просто разное, да. Потому что тут это да. же под углекислотой, а там мы пиво с ТКТ заливается в полбаки, в мешок, и сдавливается воздух, и пиво на бар поступает без углекислоты. Пойдем ягер смотреть. Пойдите попробуйте ягер, да. вам понравится. Да? На отварке. Ну, посмотрим. Посмотрим. Попробуем. Вы варите отварочным методом? Да? Вот, хотелось бы попробовать. Вот такой чисто украинский привкус был в твоей пшеничке, первой сваренной на пивоварне. Вот это есть после вкуса у тебя такое? Как... Солодово? Да, да. Вот именно он специфически вот только в украинском солоде он есть. Почему-то. Примедовать натуральним гречаним медом. На допрошуванні. Не у фарші. О, слушай, чувствуется. Да. Я гречаный мед люблю, я же тоже на гречаном меде, у меня много чего. Он темный, да? Да, да, да. Оригинально. Нравится. Хорошо. Очень интересный вкус, да? Свеженько. Да. А вы откуда? Ивано-Франкивск. Ягер. Зачет. Ивано-Франкивск. Лагерь его. На ура. Отварочный метод. За популяризацию отварочного метода. Да. Фу. Я в туалет хочу. Выключай нафиг. Это третий этап нашего марафона. Старт, пошли. Жаба, да, она жаба и есть. Да? Да. Дайте нам жабьего пива, пожалуйста. Ассалам алейкум. Здрасте. О, я тебя, наверное, знаю. А, наверное, да. ХСП. А что такое П? Пивоварня. Да.
родные харьковчане. Ну, вроде как бы да. Ну, значит, давайте нам пиво. А что у вас там на кранах? Хорошее. А вы что, варите пиво? Хорошо. Скоро. Сколько? Очень скоро. Скоро сварите пиво? Скоро сварим. Давайте Винтера попробуем. Ну, либо чувствует. Винтербок. Черная зима. Жареный солод. Да, жареный. Ну, по цвету видно, что жареный. Жженого солода там нет. Карамельный. Только карамельный? Самый темный, да? Карамельный. Я могу начать искать рецепт? Мы его варили, сколько? У него срок согревания 2,5. Очень приятно, кстати. Да, ничего. Оператор. Зацени. Прикольно. Сейчас камеру вверх на камеру, да? Ты у нас по ставу там... Это не став, да, нет, не став. А что это? Это же бок. Доппельбок — блин, это вот... отдельный стиль пива. Да, но отдельный, это, знаете, там анекдот, это, что у вас бродит, стаут или портер? Так черт его знает, да бродит, сам решит. Но там как бы, да. Здесь нет, здесь же лагерный дрожь. Конечно, уже не вообще ничего мощного. Лагерные дрожжи. Я уже после этой дистанции хорошо на ногах стою, это уже хорошо, не, приятно. Очень приятный. Это вот это уже как бы стаут. Стаут? Это комбез. Большая пена. Ага, черная. Чернее черного. А да, здесь беленькая. Конечно, это... Ну это мощное. Сколько здесь... 9,5. Это что? Black Ops? Black... 21 Ops. Да, я же говорю, что... Это пиво. Берешь бокал и пол вечера его пьешь. А не то пиво, которое... Я понимаю. Я сам недавно делал стаут, тоже 22% начальная плотность. Тоже вот. Я же теперь тебя не вижу. ВКонтакте все, я не захожу. Через. Так, YouTube. Да, дегустатор меда и пожалуйста. Ну вот, вот плотные сорта, они такими уже как бы, знаешь, херес, такое уже более... Крепленое вино. Да, как крепленое вино уже начинают пахнуть. Понравилось. Все, спасибо. Счастливо. Приходите. На Галю. Спасибо. Фички варено пиво. Классический варено пиво. А посмотри, какой пингвин интересный. А сейчас, подожди. По одному. В очередь. Сукины дети, в очередь. Здравствуйте. Да. Что у нас интересного есть? Обалденное чешское пиво, ребята. Обалденное. Чешское. Обалденное. Чисто чешское. Это чешский импорт. Это импорт. А, все импортное. Маленькие, да, пивоварни, но это импорт. Ага, ага. Это не украинский продукт. Шмурдяк. Не надо. Так. Не надо. Мы так прирастаем, что будь здоров, но это чешский продукт. Пшеничный, смотрю, есть. Небольшие пивоварни. Густав, крепкий, светлый, сухой. Пшеница чешская – это наша вообще новинка. Чехов никогда не уличали в том, что они умеют варить пшеницу. Это какой-то чех, который в Германию съездил. Но они таки смогли, да. Они, чехи таки смогли сварить пшеницу. Я советую вам попробовать ее. Пробуем. Не горько? Let's try. Фильтрованная. Не фильтрованная. Ну, не. Похоже. Прозрачная. Она легенькая, 11%. Янтарненькая, да, прозрачненькая. Ну, пшеничкой. Чистая пшеничка. Класс, да. Запах класс. Две
без переборов. Летом втекает само. Или сама. Да. Хорошенькая. Зачет. Да? Да, ага. Ну и хорошо. Понравилось. На здоровье. Ну, блин, надо заканчивать. Надо. Что-то у меня уже сил не хватает. А что ж так без сил приехали? Нет, я приехал полон сил. Вчера. Вчера фестиваль начался. Да, но приехал полон сил. С самого начала, вот пока дошел и все. Блять, ну нету сил у меня. Хотел пилснера чешского, что взял целый бокал 0,3. Ого! Ого! Ну ты даешь. Не сдержался. Это настоящий. Вот он. Похож. Настоящий чешский пилснер. С диацетилом, все как надо. Масляный такой запах. Чувствуешь аромат? Mm-hmm. Маслом сливочным. Немножко отдает. Да, да. Пена одна, блин. Так ты так. Вот так нос. Чик. Да. Еще. Мне интересно, как ты горечь вот сейчас чувствуешь в этом пиве. Потому что я, опять же, здесь ее уже не ощущаю. Не, горечь есть. Ну, в районе до 30 там где-то, плюс-минус. Да, такой сливочный запах и... Это диацетил, но... Горечь. Горечь хорошая. И в послевкусии она остается. И в послевкусии тогда остается. Мне нравится такое пиво. И мне, но у меня уже сил нету. Ну, конечно, мы напились там стаутов, голденэлей, да, чего только. Вообще. Такое пиво ложкой можно кушать. Вот. Друзья. Не, на веселую ноте надо. А? На веселую ноте надо заканчивать. Да. Друзья, все очень хорошо, отлично. Надрались, как скотины. Да. Больше сил нету дальше всех проходить. Жаль, конечно, но человеческие силы не безграничны. Поэтому заканчиваем на этой веселой ноте. Пока. Пока.